В Москву ты больше не поедешь. С чего бы это? У меня там бабушка. Я ведь прекрасно осведомлен, чем ты занимался в Москве и с кем, пока Августа была на даче. Ах, вот как. Взял под наблюдение собственного сына. Не сына, а лейтенанта госбезопасности. Ты хоть знаешь, что она не Регина? Зоя Колесникова ее настоящее имя. Ну, теперь благодаря тебе знаю. Дальше. А то, что ее мать... В тюрьме. Знаю. Да. И сидит она там за убийство мужа, родного отца этой твоей, так называемой Регины. Кстати, он был алкоголиком, а мамаша поломойкой на заводе. Скажи на милость, ну, какие у тебя вообще могут быть общие интересы вот с этой девицей? Кроме койки, разумеется. Отец, не опускайся до всей этой пошлости. Я люблю ее и женюсь. Этого не будет. Я уже все решил.